Возьмите стоматология. Вот это оставь. Тащит тебя? Да. Плывут. Подожди, дай им поближе подплыть. Ну, мам, ты только спугнула, ты бы еще в голову кинула. Ой, смотри, кто это, чайка. Чайка. Это ли... Вот, еще одна, смотри. Корми. Вставляй в домики, покушай для птичек. Давай, давай, блин. Погнем чуть-чуть сестренку. Онлайн-курсы шпагата очень прикольные. Ой, какая умница. Давай, 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 садись, садись, садись. О. Ну, вниз, аккуратно сгибаем ногу и колени подтягиваем к центру. Мы каждый день, по 3 часа в день занимаемся художественной гимнастикой. Но плюс мы сейчас нашли для себя еще очень прикольное приложение. Называется «Хочу шпагат». И вот там Лиза, мастер спорта по художественной гимнастике, показывает очень прикольные упражнения. Всем очень советую. Девочки, это онлайн-школа шпагата. Также есть там замечательный курс, как у меня, называется «Как сесть на шпагат с нуля». Я вам сейчас оставлю промокод, и по нему вы можете получить скидку 30%. Сейчас я вам оставлю ссылочку, переходите и получайте этот замечательный курс гибкости. Ребят, у вас есть вот какие-то выражения, которые прям до умопомрачения вас бесят? Вот у меня такое есть.
Ты за мной скучаешь? Как можно говорить, ты за мной скучаешь или за кем-то скучаешь? Может, это украинское выражение, конечно, я не знаю, но когда это русские люди говорят, ты за мной скучаешь, ты скучаешь по мне, как ты за мной? За мной, за дверью, что ли? Ведь скучать можно только по кому-то или почему-то, правильно? Ну, скучать за кем-то? Только, наверное, вот в украинском языке такое рассказывай, а то меня потом ругают. Ты реально со своим попрошайничеством раскол в семью вносишь. Ты сейчас должен сделать вид, как будто бы ничего между нами не было. Так ходи по дому и парись.